сбежавших из санатория Ройка Сашу Кирилличева и Диму Сироткина нашли мертвыми на территории Зеленого города накануне вечером. Тела погибших обнаружил местный житель. Мальчики не успели уйти далеко. Тела нашли в 3 километрах от санатория. Рядом лес и подсобные хозяйства. Очевидцы предположили, что мальчики замерзли насмерть. Увидел там. Ну там один лежал, как вот мне рассказали. Один ребенок лежал, а другой вот, ну, в сидячем положении находился. Просто он увидел вот его. Ближе начал ходить, уже разглядел то, что там дети. Ну, мертвые уже там, ну, разлагались. Ну все, и сразу начал звонить сюда. Звонил он уже отсюда, уже звонили. Там милицию дали, сообщили, и все. Это сразу буквально. Сейчас там все приехали. Поехали туда. Насильственных следов смерти эксперты-криминалисты на телах Димы Сироткина и Саши Кирилличева не нашли. Точные причины смерти будут установлены заключениями судебно-медицинских экспертиз. Напомним, что из санатория Ройка дети сбежали около 6 часов вечера 17 января. К поискам привлекались полицейские, военные и волонтеры. Были задействованы служебно-розыскные собаки и даже вертолет.